деньги на дошкольные учреждения региона у нас получают через систему кредитов и в рамках федеральной целевой программы развития образования. Общий объем финансирования составляет около 9 миллиардов рублей, там 8 плюс 1. Но мы выделили дополнительные деньги, о которых я сказал, которые в разы превышают вот те расходы, о которых я сказал, те источники. Причем выделили весьма сложную ситуацию. Первые 8 месяцев у нас родилось 1 миллион 255 тысяч малышей. Эта цифра означает относительно небольшой, но тем не менее рост за такой же период, если сравнивать с прошлым годом. Так что детские сады нам нужны, естественно, с каждым годом все больше и больше. В Свердловской области, по словам Евгения Куевышева, за 3 последних года многое сделано для повышения эффективности расходования бюджетных средств, которые идут на развитие сети дошкольных образовательных учреждений. У нас есть программа областная, которая сегодня предусматривает за счет средств областного бюджета для реализации данного обеспечения детей детскими садами 21 миллиард рублей. У нас было запланировано создать свыше 60 тысяч дополнительных мест, но с учетом того, что демография идет в сторону улучшения, и мы ее корректируем до 72. Уже сегодня мы создали 32 тысячи с половиной новых мест в детских садах и получила система образования 121 здание. В этом году мы запланировали построить 34 здания и вернуть еще 32. План на этот год составлял 10 тысяч 140 мест. И за счет средств субсидий федерального бюджета в сумме 1 миллиард 249 миллионов рублей мы сможем дополнительно ввести почти 2 тысячи. Итого в этом году будет введено 12 тысяч дополнительных мест в детских садах. За последние годы сделаны достаточно неплохие разработки. Разработаны 5 типовых проектов для строительства детских садов различной вместимости. От 75 мест, это в малых городах и населенных пунктах, да, 270. В городах свыше 50 тысяч мы строим только 270-местные детские сады. Также мы с агентством стратегических инициатив разработали проекты и реализуем детские сады с надстройкой дополнительного этажа. В этом году мы таких детских садов дадим 10. И это позволит нам получить еще 1966 дополнительных. Сегодня средства субсидий федерального бюджета распределены по 28 объектам строительства. Все объекты высокой степени готовности, которые будут введены до конца года. Темп освоения объясняется тем, что по условиям областной программы средства перечисляются подрядчикам только после сдачи объекта. Все поставленные задачи мы выполним и готовы принять еще, если есть вопросы. Остается добавить, что президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 1 января 2016 года в стране вообще не было очередей в детские сады. Каждый российский ребенок в возрасте от 3 до 7 лет должен иметь возможность воспользоваться правом на дошкольное образование. Ксения Балденкова при содействии Департамента информации Свердловской области.